Выслушайте меня. Прошу вас. На озере радужных струй происходит что-то странное. Похоже, эти проклятые лягушки снова что-то затеют. Выслушайте меня. Прошу вас. Здравствуйте. Меня зовут Хан Йо. Вы похожи на путешественника. Что вас сюда привело? У меня и правда есть радужные пилюли, но я не могу вам их отдать. Я много лет трудился на озере радужных струй, чтобы заработать денег на это лекарство. Ох, простите, не знаю. Я и сам немало пострадал из-за лесного воинства. Ладно, так и быть, я отдам вам радужные пилюли. Жизнь невинных превыше всего. Деньги мне не нужны. Я все равно не собирался их продавать. Но в обмен вы можете помочь мне с одним делом. Нужно отнести эту корзину с травами мальчишке по имени Дон Ли. Спасибо. Вы мне очень поможете. Я отдам вам радужные пилюли, когда вы вернетесь. Кстати, на озере радужных струй обитают опасные жабы. Будьте осторожны. Выслушайте меня. Прошу вас. Если не принесу травы, меня опять отругают. Что же делать? Я потерял корзину с травами, и учитель теперь будет ругаться. О, а вы кто? А, вы от господина Хан Йена? Выходит, я забыл корзину с травами у него. Теперь я смогу вернуться, прежде чем учитель начнет сердиться. Спасибо вам за помощь. Выслушайте меня. Прошу. Надеюсь, жабы не доставили вам проблем. Вы хорошо потрудились. Вот, возьмите радужные пилюли. Отнесите их в селение благодати и помогите раненым. Выслушайте меня. Прошу вас. Постойте, мне нужна помощь. Прошу вас, помогите мне найти моего мужа. С тех пор, как мы расстались, я не получила от него ни одной весточки. Его зовут Нам Ари. Умоляю, разыщите его. Я места себе не нахожу от беспокойства. В последний раз мы виделись недалеко от того места, где сейчас находится разбойничий лагерь. Раньше там был базар. Но с приходом грабителей никто из местных туда и носа не показывает. Муж мой поклялся прогнать захватчиков. Но что могли мы, простые земледельцы, сделать этим негодяям? Разбойники оказались сильнее. В конце концов, ополчение было разбито. Хотя остальные бежали, муж так и не оставил надежды разделаться с захватчиками. Думаю, сейчас он где-то в окрестностях разбойничьего лагеря. Разыщите моего мужа, прошу вас. А вдруг с ним что-нибудь случилось?
рад вас видеть. Неужели вы уже справились? Спасибо. Это именно то, что нам нужно. Теперь все пострадавшие от набегов лесного воинства скоро поправятся. У меня есть для вас важная новость. Недавно командир Рючон вернулся в канцелярию с отрядом воинов. Я слышал, что ему удалось выяснить, где сейчас Соян-сан. Вам стоит отправиться к нему в канцелярию как можно скорее. Что же творится в этой стране? Теперь Соян-сан от меня не уйдет. Что такое? Говорите быстрее, мне еще нужно допросить Маун-сана. Да, есть, но не могу ничего сказать, пока они не подтвердятся. Вам придется подождать. Я выполняю приказ императора и не могу раскрыть вам все подробности. Скажу только, что если сведения подтвердятся, то мы очень скоро поймаем Соян-сана. Больше я ничего не могу сказать. Вам лучше уйти. Поговорим, когда все закончится. Уходим отсюда! Есть! Получен новый предмет для задания. Имперская база снабжения. Имперский разведчик. Что такое? Вы кто? Что вам здесь нужно? Раньше я вас тут не видел. Что это? Зачем мне эта горелая бумага? Погодите. Это же мое донесение командиру Рючону. Это секретные сведения. А вы явно не из имперского войска. Я не могу с вами об этом говорить. Уходите. Я же сказал, что это секретные сведения. Впрочем, в обмен на одну услугу, я мог бы вам кое-что рассказать. Деньги мне ни к чему, поэтому я дам вам задание.
Чтобы его выполнить, отправляйтесь в долину кристаллов, на равнине ветров. Вовсю идет война между Муримом и Хончоном. Вы должны будете передать письмо одному из адъютантов. Только не забудьте надеть наряд фракции. Вам нужно отнести любому из адъютантов договор о поставках и получить его ответ. Вот и все задание. Проще некуда. Еще недоступно. Будете помогать мне в бою? Отлично. Я готов. Бейте кувшины. Хватайте бомбы и бросайте их во врагов. Остальное я возьму на себя. Еще. Время на бой ограничено. Так что придется поднапрячься. У меня силы хоть отбавляй. На что способны мои бомбы? Атак! Начнем! За победу!
способны останавливаться! Они просто не могут проиграть. Вот это сила! Я не могу проиграть! Бежим! Победы. На этот раз победителем буду я. Приветствую вас. Я адъютант Хончона, О-Чан. Я вижу на вас одеяние Хончона. Значит, вы здесь для того, чтобы помочь нам. Подкрепление нам просто необходимо. Вы как раз вовремя. Вы из торговой гильдии?
Нам очень нужна новая поставка припасов. Война, знаете ли. Это что еще за договор такой? Шутки шутить со мной вздумали? Хватит заниматься ерундой. Лучше помогите боевым товарищам. Мы должны победить в этой войне. Мы должны победить в этой войне. Вы уже вернулись? Ну что, рассказывайте, как все прошло. Так-так. Похоже, вам не удалось заключить договор. Придется мне самому этим заняться. А вы ни на что не годитесь. Проваливайте. Ах, да. Я же обещал поделиться секретными сведениями. Со и Ансана видели на равнине ветров в 5 разных местах. Когда я узнал об этом, то сразу же доложил командиру Рючону. Атамана видели на базе лесного воинства, в павильоне лесного воинства, в долине Кристаллов, в пещере Хаобана и на озере Радужных Струй. Думаю, теперь командир Рючон все там перевернет в поисках этого бандита. В пещере Хаобана находится игровой притон. Вообще, Со Янсана ничто с Хаобаном не связывает. Так что я сомневаюсь, что он на самом деле мог там появиться. А? Что? Какой еще забияка? Значит, он сказал, что присоединится к Хаобану, потому что Со Янсан теперь с ними? Если предположить, что это правда, то Суэн-сан действительно может оказаться в притоне. Тогда советую быть поосторожнее. В пещере Хаобана всем заправляет Ток Кечо. Он очень азартный. Глазом моргнуть не успеете, как этот бандит уже заключит с вами какой-нибудь пари. Thank you.
Молодец, Красноклюв! В этот раз серьезный бой! Молодец, Красноклюв! В этот раз серьезный бой! Молодец, Красноклюв! В этот раз серьезный бой! И зачем ты лезешь в мою битву? Ничто тоже придется вмешаться! Порешавший поединку поплатится за это! Он уж устраивает переполох! Бросаешь вызов Хаобану? Это еще кто? Да ты хоть понимаешь, где находишься? Что? Соин-сан? Он же предводитель лесного воинства! Разуй глаза! Мы что, похожи на лесное воинство? Что? Кто-то видел Соин-сана здесь? Ну хорошо. Похоже, так просто тебя не спровадить. Но вряд ли он захочет с тобой встречаться. Предлагаю заключить пари. Мы здесь постоянно делаем ставки и спорим на что-нибудь. Если победишь, я устрою встречу с Соин-саном. Как тебе мое предложение? Вот как? Тогда придется по-плохому. Видишь тех пленников? Если откажешься, то я убью их одного за другим. Подумай хорошенько. Я играю честно. Если выиграешь, то сможешь встретиться с Соин-саном, а заодно и пленных спасешь. Отлично. Пока что никому не удавалось выиграть у меня пари. Думаешь, у тебя получится? Представляю твоих противников. Выходите! Сейчас эти трое поменяются местами. Тебе нужно найти мошенника Кана. Понятно? Нужно угадать, под каким он кувшином. Это будет нелегко. Вы меня ни за что не найдете! Мы не проиграем! Никто не догадается! Кувшин другого цвета! Ой, ой, ошибочка вышла! В этот раз ты ни за что не угадаешь! Никто не уйдет! Вас никакого толку! Убирайтесь! Тупые я так знал! Идиоты! Это все из-за тебя! Неплохо. Раньше у меня никто не выигрывал. Замолчи! Во всем виноваты эти идиоты! Не могли одинаковые горшки найти! Ладно, тебе удалось победить, так что я сдержу свое слово. Я устрою встречу с Соин-сан. Кстати, зачем он тебе понадобится? Ты! Поймать его! Думаешь, это так просто? Какая наивность! Соин-сан — лучший боец на всей равнине ветров. Да он тебя по стенке размажет. Зови Соин-сана! Есть! С
Ян-сан сейчас придет. Уж он тебе кто покажет. Кто посмел нарушить мой покой? Ты поплатишься за это. Все в порядке. Я цел. Кто посмел нарушить мой покой? Я этого так не оставлю. Кабан? Ой, нет, погодите. Это какое-то недоразумение. Все объясню. Да не настраивайте меня. Я просто выполняю приказ Токки Чона. Я должен был изображать Соян-сана. Бесполезный идиот. Пошел вон. Соян-сан! Выходи! Я здесь! Что? Это не Соян-сан? Значит, информация была ложной. Ну и денек! Еще солдат мне не хватало! Проклятие! Убейте их всех до единого! Придется разобраться с вами. Я покажу силу Хаобана. Я опять опоздал. Вы неплохо сражались, но эта встреча уже не просто совпадение. Что вы здесь делаете? Похоже, вы очень сильно хотите попасть в Канрё. И ради этого даже готовы сражаться с бандитами. Кстати, а кто тот воин в углу пещеры? Он выглядит точь-в-точь, как Соян-сан. Хм, значит, он творил здесь злодейство от имени лесного воинства. Возможно, половину преступлений, в которых обвиняют лесное воинство, на самом деле совершал Хаобан. Проклятие! Я так надеялся поймать Соян-сана в этот раз. Выходит, все пять мест, где его видели, оказались пустышкой. А я ведь уже обо всем доложил командованию. Придется объясняться перед ними. Да, у меня к вам просьба. Раз вы разгромили этот притон, доведите дело до конца и освободите пленников. Нельзя же бросить их здесь. Мне страшно. Мне страшно. Я хочу домой. Спасибо. Я вернусь домой. Я уж думала, мне крышка. Спасибо, что вы спасли меня. Мне жизнь. О, спасибо. Ты дерешься просто охуительно. Эти ебучие бандиты пытались заставить меня продавать паленую выпивку. Я им отказала, так они меня схватили и притащили сюда. Ох, ну и бардак же тут творится. Будь я помоложе, так я бы их всё как... Ой. Ладно уж, спасибо тебе. А за помощь я тебе отплачу как следует. Потом зайди ко мне в таверну. Я тебе так накормлю, что из-за стола вылезти не сможешь. Нет, посмотри, будет еще нос воротить. Ну-ка быстро ко мне в таверну! Здесь очень опасно, надо скорее уходить отсюда!
наконец-то! Надеюсь, бешеные псы победят. Эй, а вы что здесь делаете? Банда бешеных псов? А, так вот вы о чем. Неужто моя листовка попала вам в руки? Отлично! Я ведь все деньги поставил на их победу. Сегодня вы будете есть и пить за мой счет. Я угощаю! Наконец-то! До каких пор мы будем его бояться? Что же ты так долго? Жду тебя и жду! Все давно приготовила? Я ж так благодарна, так рада тебе! Наварила, тут нажарила! Быстро за стол! Ты что же это нос воротишь? Я к тебе со всей душой, а ты ко мне! Эх, ну и молодежь! А? Чего-чего? Ну и мысли у тебя. Делай, что хочешь. Я ж просто поблагодарить хотела. Можно ли заказать еще что-нибудь? Кстати, откуда это все за ваше? Даже вы прогнали бандитов. Спасибо вам большое. Бесплатно раздаете. Да вы великий герой. Это же вы только что раздавали еду. Все только и говорят о вашей щедрости. Я могу чем-то помочь? А, вы ищете девушку в красном, главу весельчаков? Она недавно куда-то убежала. Я рассказал ей о рогачах. Это наемники лесного воинства, которые повадились похищать девочек. Она как услышала об этом, так прямо в лице изменилась. Тут же рассчиталась и убежала. Я точно не знаю. Хотя, постойте, с ней были двое весельчаков, и девушка велела им возвращаться в убежище. Люди говорят, что весельчаки обустроили временную резиденцию в красильной мастерской. Может, и она туда пошла? Не за что. Я всегда готов вам помочь. Красильная мастерская к востоку отсюда. Вот бы госпожа Данневоль была здесь! Вот если бы наша госпожа была здесь, то я бы тебя одной левой уделал! А тебе зачем? Ты что, знаешь нашу госпожу? Спокойно! Можно было просто сказать. У нее вдруг появились срочные дела. Госпожа собиралась отправиться в разбойничий лагерь, а мне приказала вернуться сюда. Я больше ничего не знаю, честно!
Похоже, вы знакомы с оружием не понаслышке. Как насчет того, чтобы вступить в ополчение? Что? Вас прислала моя жена? С ней все в порядке? Бедняжка. Должно быть, она так за меня волнуется. Спасибо вам за весточку от Пакачи, но... Увы, сейчас я не могу вернуться к жене. Сперва я должен покончить с разбойниками. Если оставить все как есть, мы будем вынуждены постоянно жить в страхе. Я не хочу такой судьбы для своей семьи. Потому-то я и пытаюсь набрать добровольцев в ополчение. Правда? Ха, огромное спасибо. Это очень великодушно с вашей стороны. Я как раз искал, кому бы поручить одно дельце. Некоторое время назад я получил послание от одного из грабителей разбойничьего лагеря. Похоже, он хочет предать своих товарищей по каким-то личным причинам. Разыщите того, кто отправил это письмо, и поговорите с ним. Получим. Благодаря вам с подручными мучителя Номы покончено. Остался сущий пустяк. Уничтожить его самого. Единственный способ избавиться от разбойничьего лагеря раз и навсегда. Убить их предводителя. Как только мучитель Нома будет повержен, принесите мне его крылья. Я не сомневаюсь в ваших способностях, но с доказательством мне будет спокойнее. Я рано радовался, узнав, что вы расправились с подручными мучителя. Эти разбойники... Настоящий. Тайное послание Вана Нуни. Я хочу уничтожить разбойничий лагерь. Из-за этих проклятых бандитов погибла моя любимая. На моих глазах ее разорвали ледяной каброн и огненный каброн. Такое нельзя ни забыть, ни простить. Но я отомщу проклятым подручным мучителя. Только дайте срок. Если найдется воин, который готов помочь мне расправиться с бандитами... Я буду ждать его в разбойничьем лагере. Приходите, если хотите узнать, как уничтожить подручных мучителя. Подайте мне условный знак, и я притворюсь, что мы знакомы. Какой бы придумать сигнал? Точно! Воздушный поцелуй! Этот жест никто не сочтет подозрительным! Вы пришли, чтобы помочь? Хвала небесам! Я уже и не надеялся, что мне удастся уничтожить этот проклятый разбойничий лагерь. Раз вы согласны расправиться с этими мерзавцами, я расскажу все, что знаю. В лагере всем заправляет мучитель Нома и двое его ближайших подручных. Их называют Ледяной Каброн и Огненный Каброн. Эти твари по-настоящему опасны. Именно они растерзали мою возлюбленную Аруми. Эти мерзавцы должны погибнуть мучительной смертью. Ну, узнали, вы нашли автора послания. Расскажите. Что вам удалось узнать о разбойничьем лагере? Значит, в разбойничьем лагере всем заправляют Ледяной Каброн и Огненный Каброн. Сперва я думал, что главное расправиться с мучителем Номой. Но ваш рассказ все меняет. Даже если мы убьем Ному, останутся его подручные. Придется уничтожить и Кабронов. А иначе нам никогда не покончить с разбойниками. Я рано радовался, узнав, что вы расправились с подручными мучителя. Уже разбойничий лагерь возглавил отряд безжалостных головорезов. В нем состоят опытные громилы, рубаки, мясники, колдуны и молотобойцы. Мужчина должен быть во всем хорош. Нет. В последнее время ходят тревожные слухи. Поговаривают, что мучитель Нома
Подручные мучителя изводят всю округу. Находиться рядом с разбойничьим лагерем стало попросту небезопасно. Чем скорее мы избавимся от этих негодяев, тем лучше. Отправляйтесь в разбойничий лагерь и уничтожьте подручных мучителя. Я рано радовался, разбойники. Настоящая головная боль. Подругами собирала травы, но вдруг на нас напали страшные жуки и притащили сюда. А потом пришел Суян-сан, главарь бандитов, которые напали на селение. Он нас всех осмотрел, а потом сказал страшным жукам, что нужной ему девочки среди нас нет, и они могут делать с нами все, что хотят. Не знаю, когда Суян-сан ушел, жуки решили, что продадут нас в рабство. Вроде бы они говорили о каком-то лагере или разбойниках. Почти ничего не помню. Ой, он в ту сторону пошел. Из-за деревьев не видно, но оттуда доносятся звуки боя. Хорошо, я отведу детей по домам, а потом расскажу папе, как вы меня спасли. Началось дополнительное Прости, задание. Прости, Вой. Я закончил. Проклять! Вы что, преследуете меня? Вам-то какая разница? Я ищу Суян-сана, потому что хочу отомстить. Если отправитесь в погоню сейчас, то поймайте его. Ну, идите! Я так и знала. Вы все так же благородны. И раньше Суян-сан ударил меня отравленным клинком и сказал, что противоядие можно добыть только у мучителя Ну. Хотел задержать меня. Беда в том, что яд оказался слишком сильным. Я не могу в таком состоянии сражаться с мучителем. Вы ведь тоже хотите поймать Суян-сана? Тогда давайте заключим сделку. Помогите мне. И я расскажу все, что о нем знаю. Добудьте противоядие. Я пойду в красильную мастерскую и буду отдыхать. Ну что, какое поселение будем грабить? Ни за что не прощу тебя! Ah!
Раннер. Прошу вас, разыщите в последнее время подручно. Чем скорее мы из Лагери, вся надежда на вас. Прощу тебя! Да ни за что не прощу тебя! Да как ты смеешь являться сюда? Да ни за что не прощу тебя! Эй, я так не оставлю! Эй, обязательно берегите бочки! Такое поселение будет нравиться! Если бочки загорятся... Меня, меня. Меня.
Сейчас нельзя переместиться. Госпожа! Госпожа! Очнитесь! Госпожа! Госпожа! Вы живы? Мы так что волновались! Я помню, как медитировала, пыталась восстановить силы, а потом потеряла сознание. Спасибо, что спасли меня. В благодарность я расскажу все, что знаю о Со Янсане. Он настоящий злодей. Когда-то давно мы любили друг друга. Знаю, в это сложно поверить. Потом я случайно узнала, что у Со Янсана есть дочь. Не знаю, почему он скрывал ее от меня. Я же не кусаюсь. А потом она пропала, и Со Янсан хотел отправиться на поиски. Сказал, что дочь ему важнее, чем я. Я тогда возненавидела его и схватилась за меч. Мы сразились, и я потеряла глаз. Тогда Со Янсан просто взял и ушел. Исчез, будто бы его и не было. Я и ненавидела его, и тосковала. А потом захотела отомстить за всю боль, что он причинил мне. Да, вот так оно и бывает. Я стала искать его, чтобы заставить испытать то же, что и я. И вот когда я почти настигла Со Янсана, он опять ускользнул. Наверное, мне стоило бы просто забыть этого негодяя. Мне удалось выяснить, что на равнину ветров Со Янсан прибыл в поисках дочери. Зовут ее, кажется, Со Инва. Он похищает девочек, похожих на нее, потому что считает, что сможет так разыскать свою дочь. Что? Я не знала? Тогда не понимаю, зачем же он так отчаянно ее ищет? Поймать Со Янсана у меня не вышло. Здесь больше делать Госпожа, нечего. Я отправлюсь. Наверное, нужно вернуться в Великую пустыню. И я тоже. Я ждал вас. До меня дошли слухи о ваших подвигах в разбойничьем лагере. Похоже, что отваги вам не занимать. Хочу пожать вам руку в знак признания ваших заслуг. Честно говоря, никогда бы не подумал, что буду вот так запросто разговаривать с искателем приключений. Но вы особый случай. Спасибо. Впрочем, я не очень продвинулся в поисках. Маун-сан умер, хотя перед смертью мне удалось вытянуть из него сведения о том, что Со Янсан что-то ищет в Белых горах. Только что. Мне нужно отправиться в Канрё за подкреплением. Это ненадолго. Давайте продолжим разговор, когда я вернусь. А пока меня не будет, присмотрите за селением Благодати. Пускай Со Янсан где-то бродит. Даже без него лесное воинство очень опасно. Прошу вас, не оставляйте селян без защиты. Ах да, чуть не забыл. У меня для вас новость. Начальник стражи Чангун наконец-то очнулся после схватки с Со Янсаном. Чангун очень хочет лично поблагодарить вас за помощь. Обязательно поговорите с ним. Ну что ж, мне пора отправляться в путь. До встречи. О, это вы? Я очень рад, что мы снова встретились. Я и мои подчиненные обязаны вам жизнью. Огромное спасибо. Пока я валялся без сознания, вы защищали жителей селения.
Я знаю, что вы спасли Бутон и других детей, а селян освободили из разбойничьего лагеря. Да, Рючон мне обо всем рассказал. По его словам, если не схватить Соянсана в ближайшее время, то он сможет улизнуть. Если он сбежит, то получится, что мои подчиненные погибли напрасно. Я не смогу жить с этим. Будь проклят, Соянсан! Что? Дочь? Этот злодей? Ха-ха-ха! Значит, даже Соянсану не чуждо что-то человеческое. Теперь понятно, зачем бандиты из лесного воинства похищали девочек. Значит, слабое место Соянсана — его пропавшая дочь. Если бы мы могли этим воспользоваться... Ага! Знаю! Простите, но мне срочно нужно вернуться в селение Благодати. Увидимся там. До встречи. Наконец-то все готово. А, вот и вы. Простите, что так быстро покинул вас. Мне в голову пришла одна идея. Ха-ха-ха-ха. По правде говоря, я придумал этот план, когда вы сказали, что Соянсан ищет дочь. Я узнал, что ее зовут Соэнва. Девчонка послужит приманкой для этого негодяя. У нас не получится найти Соэнву раньше него, но это и ни к чему. Я пустил по всей равнине ветров ложный слух о том, что Соэнву поймали и скоро казнят. Соэнсан непременно захочет спасти ее. Почему это? Мы используем девушку, похожую на Соэнву, и разыграем небольшой спектакль. Соэнсан обязательно явится спасать дочь и угодит в ловушку. Я уже нашел подходящую девушку. Ее зовут Бутон. Ее отец, Бу Сохён, согласен на то, чтобы она выступила в роли наживки. Негодяя нужно поймать любой ценой. Не волнуйтесь, ничего с ней не случится. Я уверен, что все пройдет без сучка, без задоринки. Поимка Соянсана оправдывает любой риск. Вы согласны со мной? Никакого риска. Все продумано. Бултон уже сидит в клетке в красильной мастерской. Все, дальше тянуть нельзя. Мне пора идти. Я знал, что вы придете. Мои солдаты прячутся неподалеку отсюда. Мы поймаем Соянсана, и на равнине ветров станет гораздо спокойнее. Ха! Возможно, это последний шанс разделаться с Соянсаном. У меня свои счеты с этим негодяем. Так что, если не хотите мне помочь, то уходите. Приговор будет приведен в исполнение немедленно. Я Соянсан, и я пришел забрать свою дочь.
Энва, я пришел за тобой. Ой, мне так страшно. Эй, ты еще кто? Вот ты и попался, Сойенса. Тебе не уйти. Ты предстанешь перед судом и ответишь за все свои преступления. Солдаты, схватите этого мерзавца! Сойенсан, сдавайся! В этот раз ты не сбежишь! Использовали девчонку, чтобы заманить меня в ловушку! Неужели вы думаете, что сможете меня победить? Давайте, нападайте! Посмотрим, на что вы способны. Получи! Умрите! Да, так просто его не взять. Стрелки, приготовиться! Думаете, меня так просто победить, глупцы? Еще не закончили. Хочешь сразиться? Что ж, твоя смерть будет быстрой. Не стоит меня недооценивать. Даже не думай умирать. От меня так просто не отделаешься. Поднимайся. Сделано. Возвращаемся.
Спасибо вам за помощь. Я понимаю, что Чангуну было нелегко смириться с гибелью своих солдат. Однако терять рассудок из-за желания отомстить тоже нельзя. Хорошо, что вы смогли одолеть Сойон-сана. Какая скромность! Не думал, что среди искателей приключений есть сильные и благородные воины. Я считал, что такие, как вы, лишь немногим лучше бандитов. Вижу, что вы хорошо меня понимаете. Кстати, у меня хорошие новости. Я доложил об успешной поимке Сойон-сана начальству. В докладе я также попросил открыть ворота в Канрё. Мою просьбу выполнили. И дорога в столицу свободна. Теперь и вас, и жители равнины ветров пропустят в Канрё. Моя работа здесь закончена, поэтому я тоже вернусь в Канрё. Если хотите встретиться со мной, то я буду ждать у входа во дворец. Скоро их отправят в темницу безумия. Но пока что они сидят в клетке неподалеку от канцелярии. Если хотите, то можете проведать их. Хотя не понимаю, какое вам дело до этих бандитов. Я рад, что познакомился с вами. Кто бы мог подумать, что меня, атамана лесного воинства, так легко обведут вокруг пальца. Как же я жалок. У меня была мысль, что это ловушка, но я все же надеялся, что наконец-то найду свою дочь Энву, Энва. Где же моя доченька? Проклятье. Что бы я ни делал, у кого бы ни спрашивал, не могу отыскать ее. Она говорила, что отправится в великую пустыню на поиски сокровища. Я думал, что с Гильдоном Энва будет в безопасности. К тому же в последнем письме она упоминала, что встретила свою тетю. Но потом Эхаран потеряла связь с Энвой. Ух, если бы Эхаран была жива, она никогда бы не простила меня. Вы что-то знаете об Энве? Она жива? Скажите мне! Слава богам, она жива! Доченька моя, я обязательно найду ее. Если вы и правда хотите отомстить, вам пора двигаться дальше. Теперь, когда Сойон-сана схватили, путь в Канрё свободен. Ступайте же, завершите начатое. Только не надо думать, что я сделала это ради вас. Впрочем, не буду отрицать, я даже немного рада, что все так обернулось. Желаю вам успехов. Может, еще увидимся. Очень рада помочь. А вы? Вы теперь отправитесь в Канрё, да? Ну вот. А я-то думала, что раз Сойон-сана схватили, вы останетесь у нас отдохнуть. Ну ладно, я понимаю, вам нужно идти. Только обещайте, что будете иногда меня навещать. Хорошо? Договорились. Я буду ждать.